Про те, що відбувається на кастингу, захоплено розповідає мамі телефоном студент-економіст Давид. Хлопець знає, далеко в Грузії вона нетерпляче чекає на кожну синову звістку з України. Мама з Дніпропетровської області, город Жовтий Луг. Да и 25 лет уже в Тбилиси живет. Вот. Но все равно по-грузински не разговаривает. Она заказала сало. Да, и киевский торт. Когда привезу, мама ждет сейчас меня с тортом из сала. Та Давид чудово розуміє, зараз маму турбують не гастрономічні сувеніри. Син у її рідній країні виступатиме на сцені її улюбленого шоу. Тож хлопець прагне привезти мамі найважливіший подарунок – 3 суддівських так. Ой, какой красивый мазочек из коробочка, какой веселый. Элегантно выглядишь. Стараюсь. Что будешь делать сегодня? Буду удивлять. Вот у нас очень любят фокусы. Хорошие фокусы. Надеюсь, что мой фокус тоже хороший. Отлично. Тогда я приглашаю тебя на сцену. Бомба? Нет. А что пришли, раз не бомба? Ладно, я шучу. Как вас зовут? Я Давид Рубакидзе. Очень приятно. Давид. Да. А что вы принесли вот в коробке? Ну, я из Тбилиси. И тбилисский подарок принес вам всем. Спасибо. Я надеюсь, это ваш талант. В коробке не мой талант. Нет? Нет. Ясно. А какой у вас талант? Я показываю фокусы. Фокусы? Да. Ой, у нас с фокусниками, знаете, все как-то вот... Плохо, да? Ну, не то, что плохо. В прошлом году у нас победа. А вот в этом пока не очень. Постараюсь. Постарайтесь, пожалуйста. Ну, да. Удачи. Начинать? Угу. Знаете, я вообще так манипулятор картами, да? Но вот зал у нас большой. Вот в последние ряды не увидят, что я буду показывать картами, поскольку карты маленькие, да? Для этого я принес карты чуть побольше. Ваша задача всегда смотреть на туза. Да? Будьте внимательны. Да? Значит, смотрим на туза, да? Вот тасую карты, обычно, как всегда мы все делаем. Сейчас покажу еще один раз. Вот, видите туза, да? Видите туза? Все видите туза? Беру туз, кладу вот сюда. Видали, да? Что за карта? Туз, нет, это двойка, туз есть у меня. Заметили под минус? Заметили под минус? Я сейчас, кто не заметил, спасибо за аплодисменты. Чувак, ты крутой. Повторю, кто не заметил, повторю. Смотрите, туз. Надо смотреть на туза. Двойка и тройка — это для отвлечения внимания. Тасую. Тасую еще один раз. Смотрите. Да? Вот. Все смотрят на туз. Вот повыше вот так будет туз. Видите туз, да? Да? Вот беру туз. Что, что? Не, это туз, туз, двойка здесь. Вы не заметили, подмен. Спасибо. Хорошо, хорошо. Тогда сделаем так. Третий раз тасую я карты. Все должны смотреть на туза. Но знаете, я сегодня очень добрый. Я уберу двойку. Нам она не нужна. Остался туз и тройка. Скажите, где туз? Сверху или снизу? Сверху, да?
Снизу, сверху? Я не понял, сверху или снизу? Как? Его здесь нет совсем. Он здесь лежал. Люди, вы не заметили подмену. Я говорю, ты робот. Ну все. Спасибо. Ну, я Оксану позову, да, чтобы потом передать подарок вам. Оксана, можно на сцену? О, Боже. Аплодисменты Оксане. Я не стану жабою. Давид, главное, чтобы я не превратилась в лягушку. Нет, откройте, откройте, нет проблем. Открывайте, это ваш. Ваш подарок открывайте. Шучу, 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 шучу. Оксана, здесь ничего опасного нету. Здесь просто лежит моя бандана. Обычная бандана. Ничего нету, да? Угу. Сейчас мне нужна волшебная монетка. У вас есть монетка волшебная? Нет, у меня есть. Смотрите, у меня здесь волшебная монетка. Оп, эта волшебная монетка превращается в коньяк. Я пошла. Да. Куча дел, куча Белинский дел. Коньяк на здоровье. Да, могу. Можете. Да, можете согреться. Оксана! Я залежу для вас. Справжний грузинский. Ух! Ух! Ніхто не бачив? Лимончика! Якщо я к тебе вийду, у тебе коньяк ще є? Оптом. Що ти сидиш? Лимон неси, дві стакашки. Ну, на самом деле, интересный ты персонаж. Извини, что за слово персонаж говорю, потому что я тебя не могу назвать фокусником. Да, ты фокусил, тут чудил, показывал. Я не фокусник. Я не конкретно фокусник, я шоумен хочу быть. Ты на доверии, да. Ты на доверии, да. Ты да, разговариваешь да. Вот с нами. Это мне понравилось. Хороший, хороший артист. Спасибо. Да, я согласна. Это нельзя назвать ни микромагией, ни фокусами. Это действительно классный жанр, который называется шоумен, артист. И это спасибо. Тоже мне нравится. Да, Давид, ну, полуфокусник, полушоумен, полуюморист, полуразговорный жанр. Но все это вместе означает то, что у тебя есть талант. Спасибо. Спасибо. Я скажу «да». Думаю, Давид, тебе стоит задержаться у нас тут ненадолго. Я говорю «да». С удовольствием. Это же не последнее, что ты умеешь? Конечно, нет. Значит, три «да». Большое спасибо. До скорой встречи. Ну, как легко и непринужденно. Да, он нас облапошил на одну бутылку коньяка. Давид. Я был властелин мира. Ну, практически. Ты просто поразил мое воображение. Я же стояла рядом, но я могла что-то заметить, я ничего не заметила. Ну, это коньяк есть... Коньяк тебе вернуть? Нет, это подарок, конечно. Я с коньяком полечу. Спасибо, ну, мало ли, может быть. Это у тебя реквизит. Нет, это не реквизит, это подарок. Спасибо, Давид. Ну, правда, такого не было у нас еще парня. Это было замечательно. Большое спасибо. Спасибо огромное. До свидания.